Мутагенчики, привет! Ну что, я вас поздравляю, мы начали свой легендарный щелчок перед ЕГЭ по химии, он сегодня стартовал. А? Пошумим? Щелчок — это же праздник, правда? Если ты еще не подключился к щелчку и не знаешь, что это такое, то я очень рекомендую тебе подключиться. Значит, ну, напомню, да, что щелчок — это интенсив повторения перед ЕГЭ. И сегодня у нас был первый день щелчка. Экзамен по химии состоится 23 мая. Это значит, что у нас есть еще достаточное количество дней впереди. Сегодня мы с вами прошли, на самом деле, очень много важных вещей. Во-первых, мы с вами познакомились, разобрались, как работать на щелчке максимально продуктивно, да, это очень важно, чтобы все, что мы для вас приготовили, вы могли воспользоваться этим и получить от этого максимум пользы. Что мы еще с вами сделали? Прошли теорию по строению атома для решения заданий линий 1, прошли теорию по периодическому закону и по, соответственно, степеням окисления и валентности, и научились решать задания 1, 2 и 3. Я надеюсь, что все написали пробник входной контроль, скоро его проверят. А также вы получили домашку, да, в виде тестовых заданий 1, 2 и 3. Ну и получили все конспекты. Надеюсь, день у вас прошел так же продуктивно, как у меня. А мы с вами увидимся завтра и продолжим ботать. И, в общем-то, наращивать свой балл. Ведь потому что на щелчке вы можете действительно нарастить очень много баллов к реальному ЕГЭ. Все, всем пока!